очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте, сегодня в эфире. Ушел из жизни Жан Тиратурян. Ереван, церемония поминовения жертв геноцида, совершенного против армян. Соломон Тейлерян спас 200 сирот во время геноцида. Азербайджанцы продвинулись на участке Воскепар. Хамидовский режим – основатель основных тезисов отрицания геноцида. Вышел в свет 25-й номер журнала «Вестер Армения». Шарль Азнавур глазами скульптора Мкртыча Мазманяна. С прискорбием сообщаем, 16 апреля 2024 года скончался преданный гражданин Республики Западной Армении Жан Тиратурян. Жан Тиратурян получил гражданство Республики Западной Армении 16 декабря 2018 года. Принимал активное участие во всех собраниях Конгресса армян Западной Армении в Рон-Альпе. Президиум правительства и парламент Республики Западной Армении присоединяются к соболезнованиям Национального совета Западной Армении. Вечная память, покойся с миром. 27 апреля возле мемориального комплекса Цицерна-Каберт состоялась церемония поминовения жертв совершенного против армян геноцида. Церемонию ежегодно проводит правительство Западной Армении. На мероприятии присутствовали представитель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян, председатель парламента Республики Западной Армении Нелли Арутюнян, заместитель министра иностранных дел Республики Западной Армении Вартан Симонян, депутаты Национального собрания, граждане Западной Армении. Поминальная церемония началась с гимна Западной Армении. Гимн исполнил певец, песенник, поэт Арсен Амбарян. Первый президент Западной Армении Арменак Абрамян подчеркнул, события, происходящие в регионе, имеют непосредственную связь как с Западной, так и с Восточной Арменией. Отметив, геноцид против территории продолжается на наших глазах. Арменак Абрамян добавил, геноцид, совершенный против армян, никогда не был памятной или исторической проблемой, как некоторые хотели бы нас заверить. Это актуальная проблема. Вопрос более чем актуален. Международное право не соблюдается в этой головокружительной спешке, которую мы желаем осудить и которая ведет всю планету к катастрофе. Первый президент Западной Армении Арменак Абрамян выразил благодарность государствам, признавшим геноцид. С речью выступил историк, председатель Земляческого союза Шуши Ашот Арутюнян, призвав объединиться вокруг Республики Западная Армения. На поминальной церемонии присутствовали депутаты из оккупированной Западной Армении. Депутат Хачик Айджанян отметил, глубокие раны, нанесенные геноцидом и депортациями, дошли до наших дней и не зарубцевались. С речью выступили председатель парламента Республики Западная Армения Нелли Арутюнян, заместитель министра иностранных дел Республики Западная Армения Вартан Симонян. Мероприятие завершил Арсен Амбарян. Недавно музей Институт геноцида получил ценные пожертвования. Потомки семьи дяди Соломона Тейлеряна передали ценные фотографии и дневник, в которых рассказывается об интересных эпизодах из жизни Соломона. Мы не изучали дневник целиком, но интересные эпизоды все же есть. Конечно, будут и такие личные данные, которые не будут подлежать публичному обнародованию. Об этом в беседе с журналистами Севаком Вартумяном заявила главный хранитель фонда музея Института геноцида Гуар Ханумян. Ханумян связалась с родственниками Тейлеряна, и именно благодаря ей ценные образцы попали в Армению. В музее-институте хранится около десятка новых фотографий Тейлеряна. Самое примечательное из которых фотография 1907 года. Там Соломону 12-13 лет. Самой ценной является фотография с Арменой, членом семьи Тейлеряна. Соломон освободил ее из мусульманского плена в обмен на одно золото. Один из карьерных эпизодов биографии Тейлеряна, который менее освещен и представлен публике, это то, что армянский мститель освобождал армянских детей из плена или занимался судьбой сирот. История с Арменой тому подтверждение. В других своих воспоминаниях Тейлерян пишет, благодаря спасательной операции ему удалось освободить около 200 детей. Он был другом Себастаци Мурада, именно Мурад убедил мусульман отдать одно золото, получив взамен одного осиротевшего ребенка, отметила Гуар Ханумян. По словам жителей Воскепара, возле церкви Воскепара появились азербайджанцы. Они выполняли какие-то работы, рубили деревья.
пограничные войска Баку лишь называются пограничными. На самом деле это азербайджанская армия с той же военной техникой, только в другой форме. Так называемые азербайджанцы-пограничники в любой момент могут начать наступление с гораздо лучших позиций и в лучшем статусе. За считанные минуты любой населенный пункт может перейти под их контроль. Некоторые новостные платформы пишут. Поступила информация, что азербайджанцы продвинулись на участке Воскепар. Телеканал «Вестерн Армения ТВ» обратится к происходящему в будущем. Исполнительный директор Международного фонда исследований и развития Институт Зорян Восточной Армении Мария Ованесян пишет: «Изучение геноцидов – это не просто представление, анализ и оценка событий прошлого и постфактум. У него есть другая, на мой взгляд, более актуальная миссия по предотвращению геноцида в будущем. Тематическое исследование, проведенное в прошлом, должно иметь настоящее, чтобы сделать его более дружественным и мирным, а будущее – более стабильным и безопасным. В этом смысле всестороннее изучение истоков отрицания геноцидов, их политических, социальных, психологических, культурных проявлений, методов их применения и изменений, происходящих параллельно с вызовами времени, позволит выявить до сих пор неизвестные детали данного явления, которые могут послужить эффективным и инструментами в борьбе с желающими урегулировать вопросы с помощью формулы «убей и отрекись». Борьба против отрицания геноцидов имеет миссию восстановления моральной, политической, правовой и исторической справедливости, в первую очередь направлена на предотвращение преступлений против человечности, поскольку отрицание всегда было одним из ключевых компонентов программ преступной группировки, разрабатывающей и осуществляющей геноциды. Иными словами, преступники, готовящие геноцид, заранее продумывают и планируют отрицание совершаемых преступлений, что и обеспечивает их безнаказанность. Следовательно, всестороннее изучение истоков, механизмов отрицания геноцидов, их проявления и выявления до сих пор неизвестных деталей предоставит возможность более целенаправленно влиять на утверждения и меры, предпринятые принявшими политику отрицания или по каким-либо причинам активно вовлеченными в нее, тем самым способствуя более широкому признанию преступлений, совершенных против человечности, и предотвращению их возможного повторения в будущем. В этом смысле турецкая политика отрицания с ее продолжительностью со временем стала символом безнаказанности и примером для других. По убеждению исследователя геноцида Хелен Файн, геноцид, совершенный против армян, был прецедентом того, что можно было сделать во время Второй мировой войны. Это также был пример того, что можно было сделать при безнаказанности. Ярким примером всего этого знаменитый риторический вопрос Адольфа Гитлера, адресованный офицерскому составу: кто после всего этого помнит об истреблении армян? Вышел в свет 25-й номер журнала «Вестерн Армения». Представляем вашему вниманию статьи, посвященные восприятию общественного строя в Западной Армении, структуре армянской идентичности в мире, действиям информационного воздействия. В 25-м номере журнала «Вестерн Армения» можно ознакомиться с разделом «Арменоцид», где резюмируется хронология совершенного против армян геноцида. Новый номер журнала посвящен 32-й годовщине погрома в Мараге. Погромы армян в Мараге, Арцаха 32 года назад стали очередной частью политики этнических чисток Баку. Более 50 мирных жителей были зверски убиты, столько же людей попали в плен. Оставшееся армянское население, около 5000 человек, было насильственно депортировано. Армянскую, английскую и французскую версию журнала в формате PDF можно скачать по указанной ссылке. Скульптор Макартыч Мазбанян по-новому представил всемирно известного шансонье Шарля Азнавура, превратив скульптуру в выразительное лицо и артистизм Азнавура, его прекрасную музыку, которая годами вдохновляла Мазбаняна. Торжественная церемония открытия скульптуры к столетию Азнавура состоялась 26 апреля в галерее «До Артс». Представлены портретные структуры, композиционные работы и рисунки, изображающие Азнавура. Это не прямые репродукции, а скорее эмоциональные образы, отношения и дань уважения великому шансонье. О коллекции, посвященной Азнавуру, Макартыч Мазбанян предварительно не думал и делает то, что исходит от сердца.
Автор должен выйти за рамки академического стиля и дать свободу творчеству идти в ногу со временем. Мкртыч Мазманян создал удивительные работы, дающие повод для размышлений. Напомним, Мкртыч Мазманян – один из известных фигурных скульпторов Армении. В работах отражены человеческие амбиции, пробуждение и эволюция. Уникальный стиль скульптур Мазманяна сформировался в результате слияния различных культур и художественных стилей. В основном он учился и вдохновлялся природой и людьми. Основная часть работ Мазманяна посвящена человеку во всей его красоте. И в завершении новостей послушаем песню «Майрик» в исполнении Давида Матевосяна. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!